У нас сегодня второй кустовой форум для муниципальных районов Вологодской области, инвестиционный форум, посвященный и теме определенной сферы развития туризма. Причем не только формат развития туристических маршрутов, экскурсионных программ, а именно туристской инфраструктуры, то есть инвестиционный форум, инвестиции в туризм. Туризм сегодня первая отрасль мировой экономики, дает 8-10% мирового ВВП. В России эта цифра чуть ниже, в нашем регионе тоже она значительно ниже, чем общемировые тенденции. Поэтому основная задача понять, какого рода федеральные, региональные инструменты могли бы помочь туристской отрасли развиваться более высокими темпами. Мы, конечно, фиксируем в регионе неплохие темпы развития туризма. У нас каждый год идет приток туристического потока. У нас каждый год создаются новые объекты туристской инфраструктуры, туристические маршруты. За прошлый год мы порядка 70 объектов размещения только в нашем регионе создали. То есть это хорошие тенденции, которые работают как и на жителей Вологодской области, на вологжан, на жителей муниципальных районов, так и на приезжающих наших гостей области и туристов. Тем не менее, о чем отметил сегодня губернатор на секции, нам недостаточно специальных мер развития для туризма, для туристской отрасли. Вот интересно, да, в конце пленарной секции один из предпринимателей из другого региона предложил свою роль в качестве резидента Вологодской области, потому что он чувствует комфорт в нашем регионе, налоговый климат, и хотел бы стать резидентом, здесь развивать туризм, развивать маршруты, платить налоги, но не хватает специальных мер поддержки. И вот это то, как раз, что мы будем сегодня обсуждать во второй части нашего форума, где мы, с одной стороны, будем на одной секции делиться опытом по развитию предпринимательского климата, новых мер поддержки, и будем предлагать губернатору с следующего года внедрять новые программы поддержки проектов. А на другой секции мы будем обсуждать качество проектов туристской инфраструктуры, как подавать правильно заявки, как привлекать федеральные средства в эти проекты. То есть у нас очень прикладной сегодня форум, направленный на то, чтобы сделать еще один шаг вперед в развитии туристской отрасли. Я уверен, что у нас все получится. Третий форум уже губернатор определил, будет в районе февраля следующего года. Мы проведем его, вероятнее всего, в западной части области. Опять же, по кустовому принципу будем приглашать районы, именно прилегающие к этой части нашего региона. Пообсуждаем лучшие практики привлечения инвестиций. Наверное, затронем вопрос межрегионального сотрудничества, потому что регионы Запада, они вот так, их экономики очень переплетены с Ленинградской областью, Тверской, Новгородской. И в этом отношении тоже, мне кажется, будет очень интересный диалог. И свою программу мы, безусловно, предложим.